Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі, канал про авіацію та людей, які працюють в ній. А я з України. Війна триває. Збройні сили України героїчно борються на фронтах і переконують нас усіх, що перемога скоро буде. Рашисти розуміють, що програють і від безсилля і злості завдали ракетних ударів зі своєї території по нашій цивільній інфраструктурі. Усі, хто бере участь у цьому, відповідатимуть за свої злочини перед трибуналом. У тому числі і пропагандисти, які змінюють свою думку щодня, перевзуваються на льоту. А ми продовжуємо збирати гроші на безпілотники Лелека-100, які обов'язково прискорять момент нашої перемоги і початок суду над військовими злочинцями. Свій внесок можна зробити, відсканувавши QR-код або зайшовши в опис до цього відео. І ви побачите посилання на банабанку та систему PayPal, а також рахунок цього счету. Також підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі і ділимось цим відео у соцмережах. Я закінчив свою роботу в головному офісі в Києві і зараз повернувся до польотів. Тиждень активно літав, у мене була зустріч в Ісландії з Андрієм. І мої мрії збуваються. Я вперше побачив трохи цей чудовий острів, який прийняв вже близько 3000 українців. Але загальна кількість мешканців Ісландії всього 370 тисяч. А ще був чудовий авіаційний музей в Гамільтоні, де більша кількість експонатів – це, як і раніше, літаючі літаки. I'll show it. We'll go inside the Lancaster. The chipmunk flies. Yes, is this yellow? Small. Yeah. The Norseman still flies. Good. Mustang. Yeah, it flies. Privately owned. But it flies. It's beautiful. This one, our firefly flies. This one will eventually. We just got the engine off a second Harvard. This one hasn't flown for a long time. We're, we might be able to refurbish it and get it flying again. They're working on it. This one flies. We have another one too, a DC-3. That's a C-47. The engines are off. Yeah, this one flies, that one flies. І гордість музею – це Avro Lancaster, десь у льотному стані. Yeah, it's beautiful. Yeah. Oh, big wheel. Yeah. Not as big as yours. Yeah, really, really. It's like AN-22. Тому я вірю, що всі мрії обов'язково збудуться. Нову мрію побудуємо. І вона обов'язково полетить, незважаючи на всі складнощі та труднощі. А зараз трохи політаємо. Я знайшов відео, яке не було опубліковано, але знято ще в травні. Політ виконує Ігор. Дивимось. Наша компанія, також і я, продовжуємо виконувати польоти, які сприяють якнайшвидшому приближенню нашої перемоги. Літаємо по всьому світу. Сьогодні я покажу, як працює наш екіпаж. Один зльот, одна посадка, дуже красиві ракурси. Так що подивимось. Дивимося зльот. 30. Закривочки 30. Закрылки 30 пускаются. Читаем карту. Закрылки пускаются. Карту на исполнение. Курсы. Согласован, установлен 310 уже. Схема выхода. Проверено. Ответчик. 11.43, Тара, 42. Перепуск курса. Включен. Авиагоризонт. Парижка сообщена справа. Парижка сообщена слева. Счисление у вас. Включено. Закрылки, предкрылки. 317. 317, в обласку. Широк Шерен. Взлет, перестрел.
запрещен. На первом проверим. На первом проверим. Аварии БВД. Включен. Фары. Выпущены, включены. Аварийные предупреждающие, что вы не горят. Не горят. Не горят справа. Вот слева не горят. Двигатели. 40 секунд до конца программы. Просим. Да, выполнен. Просим. Слушал, что 5000. Отдал. Adana 532 Fox Tower. Report passing 2500 feet up. Wind 280 degrees, 18 knots. Runway 31 clear for takeoff. Data leg of 31, call you passing 2500 and 532 Fox. Часы. Пустил. Фары большой включил. Поехал. Экипаж, летаем. Скорость принятия решения 220. Фары большой. Большой включили. Тормозах ноль. Выводим 96. 96. Режим увеличивается. Скорость растет. Режим номинальный, параметры нормы. Адекватно добавляй, да. Чтобы дискретно, да. А второму 92. Хорошо, второму 210. 220. Взлетаем. Бирж. Подъем. Оторвались. Высота 10-255. Шасси убрать. Шасси убирается. Снос плюс 6. Сохраняем. Шасси убирается. О, нормально. Полсотни 270. Фары вытащи убрать. Фары убрал, выключил. 120, 270. Шасси в носорке закрыт, экран нейтрально. Экран нейтрально установил. Снос плюс 6. Ну, записал 0836. Хорошо. Команды. Закрывочки 15. Закрыл 15, собираемся, потому что мы номинали, ну, поэтому да. Можно. Закрылки убирают синхроном. Скорость 120. Закрылки 15. Закрылки 15. Закрылочки 2 убрать. Закрылки 2 убираются. Закрылки убирают синхроном. Закрылки 2 убраны. Да, закрылочки полностью убраны. Сейчас, чуть-чуть разгонись. Да. Чуть-чуть. Все, убираю закрылки. Закрылки, прикрылки убираются синхронно. Хорошо, ставлю крейсерский режим. Установлен автопилот, подготовлен. Режим МК параметров нужно. Механизация крыла убрана. Курсик чуть-чуть влево, ну чтоб 70, будет нормально как раз. Ага. Проходим четыре. Бок полосы. То есть у нас рубля 18 миль. Отлично идем. Скорость уже. Это еще потом на заносит. Просто 303 слева. Далее 330. Слушай внимательно. Пока войне. Белки 15. Игорь, 15 миль. Потихонечку гасим. Сейчас развернемся и шасси выпустим. Чуть-чуть больше возьму. Нормально. Потихонечку 2200 занимаем. Чуть-чуть, много не надо. У нас вон углы. Все. Подходит 200. Подходит. Вот здесь, когда уже вот это можно, да, использовать. Вывод. Вывод. 3-3-0 курс. Вывели. Боковая 3-3. Сейчас дадут. 14 команду. Шасси выпустим. Шасси выпускается. Шасси выпускается. Отлично.
карту читаю. Километр боковой. Подходим, 270. Кричим, есть. На ЗПО. Курс посадки. Включил. ВПР на РВ. Да, 90 метров штаба. 90 справа. Шасси. Заход разрешен. Выпущено. Выпущено. Тормозная система. Проверено. Система посадки. Илф. Аварийно предупреждать, чтобы они горят. Инженеры. Не горят. Это что? Не горят. 300 метров боковая. Не горят. Выполнено. 9 торца. До входа 3 мили. Шучка до входа. Да, закрылочки 30. Закрылки. 300 пускаются и... Есть, хорошо. Читаем карту. Турман первый. Закрылки, прикрылки. 30-17. 30-17 попался, допустим. Шервак, Шарен. Перестроилась посадка, посадка. Подтверждаю. Рукой от кареверса. Подготовлено. Рычаг интерцепторов. 0-3. Перепуск воздух. Включен. Фары. Выпущены, включены. Выполнено. Кайбл, кайбл в конце, кабель. Хорошо. Посадка разрешена, 240 градусов, 5 узлов. Продолжаем заход. Продолжаем. Высота 300. Стабилизируем заход. Продолжаем. Спори на курсе. Спуск ноль. Вот так вот. Он сам. Не надо ему. Он расшатается, если надо. Попался перед нами. Отлично. Перебили. 20 метров оценка. Отсоединяемся. Продолжаем. Я полосу наблюдаю. 100 метров. 100. Решение. Садится. 80. Минимум, минимум. 70. 60. Полосу нет. 45. 60. 40. 35. 30. 25. 20. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,5 метра. Тихонько, тихонько, метр, тихонько. Метр, тихо, не толкаем, не толкаем. Полметра касания. 15. Интерцептор пролевать. Интерцептор выпущен. 4 зеленые горят. Подтверждаю. 170. 150. Реверс малый. 140. Реверс уменьшаю. Реверс 0. 130. Притормаживаем. Следующий налево успеем? Или да, да, успеваем. Право. По центру будем. Фары. Рулежный. Ответчик. Альт. Оф. Закрылки интерцептора. Убраны. Вентилятор и тормоз. Включены. Триммер РВ. От себя. Покрывание. Справа нормально. Помедленнее. Чуть-чуть. Я смотрю, справа нормально. Помедленнее. Помедленнее. Еще, еще, еще. Идем, 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 идем. Пусть ведет как вот. Еще, еще. Влево, 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 влево. Тихо. Оп, ровненько. Все. Приехали. Стояночным экипажем выключите бороды. Выключаю. Штурм включили, видели, готов. Справа готовый. Разъездом. Слева готовый. Так і буду продовжувати виконувати польоти, працювати в офісі. Роботи багато. Будемо робити все для перемоги.
і буду мріяти про те, щоб наша нова мрія, аеропорт Гостомель, були відбудовані і ми продовжили виконувати польоти на мрії з нашого рідного Гостомелю. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! Обов'язково далі буде, тому не перемикаємось. Залишаємось на каналі. До побачення!